Я не верю, что сегодня пятница. Азиза, ты дома? Да, мам, привет. Ну, я сейчас собираюсь, крашусь и выхожу. Я так долго ждала этой пятницы. Давай хотя бы вместе побудем. Мам, я тоже очень сильно ждала этой пятницы. У нас и так с тобой долго это дня. А сейчас я иду отдыхать. Я же могу раз год отдохнуть. Тем более, сегодня не просто пятница. Сегодня конец учебного года. Кстати, забыла сказать. Тебя там возле дома твой тут Алишер ждет в беседке. Мам, сколько раз тебе будут говорить, что он не мой? Мы просто живем в одном подъезде. Во, не твой. Сказал, чтобы я тебе передала. И все. Сказал, что он будет ждать столько, сколько нужно. У него что-то очень важное. Ой, Ирлан, привет, что-то срочно? Я просто сейчас крашусь и убегаю. А, да ты чё? Блин, ну меня уже пригласили. Ну ты бы пораньше сказал, а если что, где вообще? Да ты что, в самом? Ладно, а во сколько? Ладно, я постараюсь подскочить, давай. Алло, Камик, привет. У тебя что-то срочное? Просто я сейчас крашусь и выбегаю гулять. Блин, меня уже пригласили. Ну а так где сидеть вообще, если что? У кого? Да ты чё, ну поздравь его от меня. Вы не обижайтесь, вы до скольки будете? Я постараюсь заскочить. Ладно, ладно, обещаю, что заеду, давай. Блин, они мне не дадут накраситься. Оскар, привет. Ничего, вот крашусь, выезжаешь сейчас. Блин, ну почему ты сегодня хотя бы меня днем не предупредил? Ладно, если что, вы где будете? Ладно, обещаю, только попозже. Только я без подарков. Ты ему заранее сейчас мне поздравление передай, я заеду. Давай, пока. A few moments later. Боже, лучше бы я никуда не ездил. Оскар, как всегда, все переругались. Помимо, как обычно, скучные разговоры о том, кто богаче. А эти ирландцы, алюми, ничего не меняется. В итоге никого денег не было, и мне пришлось еще и счет оплачивать. Ой, а кто это там такой рань сидит? Азиза, это я. Алишер, ты? Боже, ты что здесь меня со вчерашнего вечера ждешь? А что, уже утро? Ты же знаешь, время понятия относительное. Ну вот, я пришла. Что делать будем? Погуляем? В каком веке? Ну, пожалуй, сегодня в 19-м. Страна, город, время суток. Какое-нибудь, может, точное место хочешь? Пусть этот раз будет Франция, Париж, 23:00. А место, пожалуй, в 2 метрах от Триумфальной арки. Там самый лучший вид на город. Возможно, придумать более впечатляющие ночные прогулки. Все эти пышные платья. Туда полетели, возьми меня за руку.